в качестве сувенира из Мексики об индейцах майя. Можно привезти вот такое изделие, выполненное на куске телячьей кожи. Данные изделия бывают разные, в зависимости от размера изображения на нем. От этого зависит и стоимость. От 50 до 200 долларов США. Да. Изображение выполнено в стиле древних индейцев майя. Выполнено путем теснения, а именно выжигания на куске кожи, а затем росписью цветными натуральными красителями. Как правило, мексиканцы и индейцы майя коренные, занимающие данным народным промыслом, используют не химические красители, а натуральные, природные, из плодов и ягод, произрастающих в Мексике. Данные красители являются натуральными, долговечными, и они ярче. Вот такое изделие на куске телячьей кожи можно приобрести в археологических зонах Чичен Ицы, Коба, Тулума, Экбалама, Паленке. Когда будете ездить на экскурсии в данные археологические зоны, то можно там приобрести данное изделие для тех, кто любит такие вещи и хочет привести на память о Мексике что-то особенное. Это как из Египта возят папирусы, а вот из Мексики можно привезти вот такую вещь.